С добрым утром всем. Эту работу я делал несколько дней назад, вечером, в Иркутском так называемом 130-м квартале. Вообще там рисовать это большая проблема, потому что настоящей архитектуры там нету, там все новодельное. Все завешено рекламой. По сути дела, если рисовать вот в современном Иркутске, в современном городе, то это на 80% приходится, ну, надо было бы перерисовывать афиши, вывески. Это ужасно. Вот этот вот визуальный мусор, в котором мы живем, это отдельная тема. Но в этот вечер я сидел на скамеечке, вот именно в этом месте, и мой принцип, в общем, что художнику без разницы, где и что рисовать. Даже был такой случай анекдотичный, когда к Чистякову, это учитель, который учил всех наших знаменитых художников, там Серова, Репина, Поленова, ну вот эту всю плеяду передвижников, по сути дела, он в Академии художеств когда учил. А они к нему пришли, там очень много интересных историй с ним, то он им уже выпускникам, по-моему, даже академии, они к нему пришли, ну, взять уроки дополнительные, скомкал бумажку, бросил на стол и сказал рисовать. Они, конечно, даже обиделись, оскорбились поначалу, а потом поняли, действительно, что художнику, в общем-то, в принципе, без разницы, где и что рисовать. Более того, это здесь, наверное, и проявляется настоящее искусство, настоящий художник, если он не ищет красивую картинку, а сам делает из чего-то, или даже из пустоты, или из своей головы, или из окружающего пространства, сам делает, создает какую-то гармонию. Неважно, глядя на что-то, не глядя на что-то. Вот ведь где искусство находится. А не в том, что что-то как-то обязательно срисовать. Точно, я всегда об этом говорю, что художник – это субъектив, а фотоаппарат – это объектив. Ну, а коли я оказался на этой улице, нравится она мне или не нравится – я могу ее рисовать. И если я настоящий художник, то у меня должно получиться что-то интересное, вне зависимости, насколько это безобразно. Вот такая вот задача. Я уже поднимал этот вопрос об эстетизации безобразного, насколько это тоже правомерно. Все это очень интересно. По сути дела, вот это рисование на улице, то, что я сейчас делаю, это формулирование, постоянное мыслительное такое, логическое формулирование всего. Линий, пятен, мыслей по этому поводу. Вот как сейчас я рассуждаю, разговариваю. И это тренинг. Это тренинг, как любому человеку, которому даны чувства, и они требуют, как мышцы у спортсмена, требует находиться все время в рабочем состоянии. Поэтому, если я ничего не делаю, ничего не рисую, не размышляю, то я понимаю, что я приближаюсь к смерти. А вот движение, вот ведь говорят, да, движение – основа жизни. Ну, собственно, это ведь тоже движение. Ну, в данном случае вот такое. Такие движения. Это мои жесты. Это основа моей жизни. В этом рисунке, который я сейчас делаю, ну, есть недостатки. Ведь это же сплошной экспромт. Всегда, когда рисуешь, заранее даже и не знаешь, что получится. В этом-то и интерес, в этом-то и кайф, и адреналин. И потом многие рисунки отбрасываются, выкидываются даже. Где, ну или складываются в огромную-огромную кучу. Уж не знаю для чего.
очень интересная ситуация вообще с искусством и с собой в искусстве. Знаете, есть такая фраза: «Он любит себя в искусстве», а надо любить искусство в себе. Вот я знаю одного писателя нашего иркутского, ну и многие, наверное, этим страдают. Он собирает, усердно собирает архив своих, вообще всех почеркушек, всех. Ну вот, то есть он заранее готовит собственный музей. Ну, наверное, такая забота о своей истории после смерти, она интересна, ну, не знаю. Короче говоря, некогда. Я бы тоже не против, но, ей-богу, некогда. У меня совсем другая вот ситуация в жизни. Мне надо, у меня потребность, у меня естественная потребность. Я вот сравниваю себя, может быть, это неудачное сравнение, со спортсменом. Действительно, человек, который натренировал мышцы, и потом уходит из спорта, например, или, в общем-то, действительно, вот ему нужно поддерживать себя в этом состоянии. И, ну вот, поддерживать, само слово по себе, оно тоже неправильно. То есть, если человеку уже не нужно, то поддерживать тоже ничего не нужно. То есть, физическая нагрузка, если она не нужна тебе, то она и не нужна. И пусть эти мышцы атрофируются, в конце концов. И пусть человек ходит там, не обязательно он должен быть накачанным качком. Вот эти качки, которые качаются, да, там у них же это все излишнее, это в жизни-то этого не нужно. А вот чувства, которые мы, как бы, ну, опять мне не нравится это слово «тренируем», а вот в данном случае живем ими, вот это-то и есть смысл, наверное, жизни, вот эта гармонизация. Я об этом все время говорю. Вот, собственно, для чего мы живем? Мы исполняем призвание Бога по гармонизации пространства и себя в этом пространстве. Ну, если я сегодня как архитектор, как бы, или как просто созидательный человек, ну, не занимаюсь этим в силу обстоятельств, да, то я это пространство гармонизирую, создаю тоже, созидаю гармонию эту, как минимум в себе самом, как минимум вот в окружающем себя пространстве, ну, на протяжении, так скажем, вытянутой руки, на расстоянии вытянутой моей руки, вытянутого моего жеста. Это я делаю ведь не для кого-то. Это я делаю не для того, чтобы это там продать. Да ни в коем случае. Еще раз говорю, это потребность, нормальная человеческая потребность, которую многие в себе, в общем-то, ощущают. Да. И многие, занимаясь такими недуховными, скажем, практиками, чисто материальными делами, они испытывают вот этот вот недостаток вот этой гармонизации себя. Ведь люди недаром мне часто подходят вот все и как бы с завистью говорят: «О, а вы умеете рисовать, о, а я учился, а я хотел, а я хочу». Я им отвечаю: «А что вам мешает? Садитесь рядом, вот у меня даже карандаш есть, берите и рисуйте». Они говорят: «Ой, нет, некогда, я тут вот в магазин бегу, тороплюсь». Ну вот и все, вот и весь разговор. Кто-то бежит, торопится в магазин, хотя он там с детства мечтал рисовать. Ну, а я в магазин не тороплюсь, я сижу и рисую. И я ему не завидую. В магазин я всегда успею. Вот. Интересный этот вот разговор. Для чего я сижу здесь вот сейчас и рисую? Ну, тут я несколько задач убиваю. Во-первых, зайцев убиваю. Во-первых, я иногда ко мне подходят люди, и я рисую портреты, в общем-то. Тоже не ставя перед собой задачу обязательно заработать деньги. Нет, это деньги, это дело 28-е вообще. Точно так же, как продать вот эту картинку. Кто-то там на Фейсбуке мне так вот из художников-торгашей написал, что, мол, не важен способ, важен результат. А именно под результатом подразумеваю, что кто-то купит. Вот, ну, я не знаю, ну, я продаю очень-очень мало. Очень редко. В общем-то, я-то и не продаю. Я всегда ставлю разницу между двумя словами: «У тебя купили» и «ты продал».
Вот многие не замечают разницы этих двух пониманий, понятий. Одно дело художник сам продает, то есть выступает в роли продавца, а другое дело он остается художником, а к нему кто-то приходит и покупает. Художник при этом, ну как бы, не заботится об этом. Ну вот я не призываю там всех как бы быть бессеребренниками, да. Я лишь о том, что впереди, так сказать, наша повозка жизненная должна запрягаться правильно, то есть впереди должна быть лошадь, то есть рабочая лошадь, а телега, на которой сидит там, лежит товар, да, она позади лошади. Вот, и вот впереди должна быть цель совсем другая, не как это куда-то пристроить, продать. Вот я как ведь вижу смысл рисования и вообще искусства. Не устану об этом говорить и постоянно повторяю, что вот истинный смысл рисунка, искусства, чего бы то ни было, вот, это прежде всего твоя собственная гармония, которую ты вот таким образом проявляешь. И твоя гармонизация пространства. Вчера ко мне подходит женщина, она наблюдала несколько дней, как я рисовал, и благодарит. Говорит, спасибо вам. Я говорю, а за что? Она говорит, а я вот смотрела тут, вот вчера смотрела, сегодня смотрела, и домой вернулась в очень хорошем настроении, вы мне настроение. Вот мне так нравится, как вы рисуете, вот там вот, наблюдать за этими линиями. Вот, 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 что надо. Без, вот она наблюдала, она не имеет такой возможности, она наблюдала просто, как я двигаю. Ну как, мы же наблюдаем, да, за танцорами, которые красиво, пластично двигаются, и мы получаем от этого... Опять, мне вот не нравится это слово. Нет, не удовольствие. Это не то. Удовлетворение. Вот. Кстати, вот люди в русском языке различают удовольствие и удовлетворение. Не помню уж, откуда я это черпаю. Я давно живу и давно перепутал свои источники. Может быть, это похоже, скорее всего, на Задорнова, да? Он любит такие вот филологические шутки. Шутки, но они похожи на правду, когда он говорит, что удовольствие и удовлетворение – это принципиально разные вещи. Да, мы часто вот, если существует два слова, они не зря существуют, они не могут обозначать одно и то же. Так вот, удовольствие – это отпускать свой уд на волю. То есть это беспредел. Ну, не буду, наверное, рассказывать, что такое в русском языке слово «уд». Да? Это уже немножко другое. Поищите, погуглите слово «уд». Но так или иначе, удовольствие – это физиологическое, так сказать, удовольствие от каких-то почесываний своих, от щекотки, скажем так, да? И более того, это когда ты на волю отпускаешь себя. А слово «удовлетворение» – это творение. Ну, с помощью того же «уда», нашего инструмента, да. Так или иначе, но вот согласитесь, какая большая разница, да? Удовольствие и удовлетворение. Вот в слове «удовлетворение» есть творчество. Ну, а получилось оно у нас сегодня или нет? Получили мы удовольствие или удовлетворение? От удовольствия навряд ли кто получил, да? Вот. А удовлетворение от всего того, что мы здесь сейчас видели и слышали, возможно, и присутствует. Вот, и напоследок скажу, что картинка в черно-белом варианте мне все-таки нравилась больше. После того, как я ее раскрасил, ну, что-то как-то я засомневался. Ну, пусть будет теперь в двух вариантах. Всего доброго. Я прекрасен, но мной не все дороги.